Борис Иванович Степанов с гордостью называет себя коренным жителем Звенигорода. Ни много ни мало, 94 года вместе. Сегодня старожил принимает гостей. Глава муниципалитета Андрей Иванов навестил фронтовика. Поздравил с 75-й годовщиной Великой Победы. Слова благодарности, крепкие рукопожатия и, конечно, подарок. Телефон с безлимитной связью. Вам спасибо, низкий поклон. У нас юбилейный год. Попал он, к сожалению, на карантин. 9 мая по-настоящему не отметили. Но продолжаем объезжать ветеранов. Сказать спасибо каждому ветерану лично – святой долг, считает Андрей Иванов. Они – живая история. Совсем мальчишкой Борис Иванович попал в школу младших авиаспециалистов. Там готовили оружейников, мотористов, прибоистов для авиации. Вот я там 3 месяца проучился, но потом по полкам. Я прослужил всего 7,5 лет. Ремонтировал самолеты, перевооружал армейские бомбардировщики. После войны каждый день в труде. Ответственная должность – руководитель газораздаточной станции. Дети, внуки, правнуки. Насыщенная и совсем непростая жизнь. Пьем чай, смотрим альбомы, говорим слова благодарности нашим ветеранам и за трудовой подвиг после войны, и за то, что защитили нашу страну и нас всех от фашистской чумы. Борис Иванович старается не поддаваться возрасту, быть активным. Телефон, который он сегодня получил в подарок, поможет фронтовику всегда оставаться на связи. Мария Шматкова, Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».